Привет, ребят. Че, в 5 утра сейчас. Я особо и не спал, блядь, потому что на полчаса уснул. И это. Сейчас я уже 3 часа в пути. 3 часа в пути. Экстренный выезд на Воронеж. Короче, выехали 4 машины. И, короче, давайте по дороге расскажу сейчас. Такой чуть соноватый, блин, и вышел хоть размяться чуть. Уже, говорю, 3 часа в пути, еще часа 3, может быть 4. Надо ехать до точки назначения. Вот такие вот дела. Так что машин пока еще маловато, но едут. Едут машины. Остановился на выезде из Тулы. Повел через Тулу. Вот. Бывший пост ГАИ. Работает, не работает. Там еще мотоцикл, если видите, такой полицейский или милицейский бывший. Когда они рассекали, сейчас уже на спортбайках катаются. Вот. Машинку посмотреть, вроде в норме идет. Погода свежая. Вроде тянет хорошо, но пока пустая. Там сейчас будем грузиться. Надо уже помыть. Скорая. Вон еще мотоцикл, видите? 85 лет ГАИ ГИБДД. Вот. Я говорю, 5 утра, многие уже едут, но очень-очень многие, то есть мало кто, наверное, едет, а очень-очень многие только может спать ложаться. Сегодня с субботы на воскресенье ночь. Завтра целый день еще выходной, второй. Кто сегодня гулял, кто, говорит, наверное, там в 2, в 3, в 5 ночи ложатся и будут спать там до обеда, а то и позже. Ладно, а мы чуть-чуть прогулялись, едем дальше. Ну что, ребят, рассвело уже, уже 6 даже. Едем мы в Воронеж. Воронеж, где-то на выезде с московской стороны, где-то километров 30. Какая-то стоянка, еще точку не сбросили. Забрать товар. Товар забрать. И не знаю почему, то ли фура или какой-то там десятитонник или что там не доехала, сломалась или что, то ли дальше не едет, и поэтому надо тут забрать. Вот, мы выехали вчетвером, то есть 4 машины пошло, один трехтонник и три автомобиля типа газель. Там я на своей газели, там еще газель с кузовом, и еще пыжик пошел. Короче, вот. Нам где-то надо быть часов 8, еще 2 часа пилить, но мне даже чуть больше. Не знаю, как бы успеем, не успеем. Короче, вчера вечером такая экстренная, экстренный такой заказ, надо лететь туда, в 8 утра там надо быть и забрать и привезти в Москву. То есть мы туда летим пустые. Как бы я тоже еще, я даже чуть занимался стройкой вчера вечером и уже бросил, пошел, пытался поспать, может быть там на минут 40 или 50 отключился, а потом не спалось, что-то проснулся, не спалось, и короче, и где-то в 2 часа уехал. Вот, и уже 6, я уже 4 часа за рулем, еще часа 2, там 2,5, может быть 3 еще ехать. Как бы так загадывать и нельзя. В общем, короче, есть такое. Ну, до Воронежа, до центра мне осталось 250 километров, а это 30 километров до Воронежа, то есть где-то, наверное, минус 50, еще километров 200 надо ехать, я так думаю. Короче, ну, зато заработаем более-менее нормально, как бы. 4 машины собрал по-быстрому вчера, кто там не пьяный и так далее. И сейчас мы, короче, все летим, только не вместе, а каждый выехал в разное время, потому что все живут в разных местах, как выехали. И каждый едет по своей дороге, то есть я с Троицка выехал, кто-то там с Москвы, с юга, с запада там и все остальное. Короче, херачим, скоро где-то будем в Воронеже, правда, еще как бы, не то что держусь, еще более-менее нормально себя чувствую, хотя такое состояние как бы усталости. Ну, работать надо, что, работа
Работаем, зарабатываем, то что долги, кредиты и все остальное, надо это закрывать. Правда, я поехал через вот Строицка на Тулу и через Тулу, получается, на Воронеж. И какая-то дорога такая, назад поеду, наверное, по Платке, потому что тут мало то, что тут и односторонка туда и обратно, так еще в населенных пунктах поприцепили знак 40. И камеры стоят, естественно. Короче, пока идем так. Поэтому, говорю, наверное, я чуть задержусь. Если выехал бы, может быть, по Платке и белил там 90-100 км в час, я бы, думаю, уже, ну, был бы к 8, как положено. А тут что-то, говорю, вот сейчас вот населенный пункт и везде 40. Для чего? Что тут такое, блин? Обычная дорога 60. Понятно, 60 населенный пункт, но зачем 40? Так, чтобы позадрачивать народ, блин, вот, ну, только в таком случае. Ладно, короче, едем в Воронеж. Как там что? Сейчас посмотрим, что случилось, или это так надо, что перекинуться и развести. Ну, короче, летим. Ребят, короче, загрузился я. Загрузились мы все вместе. Был дождь, перегружались фуры на машины, на эти четыре. Там снимать особо некуда. Сейчас вот тоже вот идет. Мы сейчас едем обратно уже. Я еще, блин, провтыкал. Что-то у меня компьютер показывал 3-4 километра еще до заправки. А то ли что-то мне нагрузили чуть на морду, и морда чуть просевшая. А бак 80 литров. Плоский, и бензин кончился. Бегал за бензином уже второй раз. Один раз я ездил куда-то в Белгород, тоже так же получилось. Блин, надо купить какую-то 5-литровую канистру, кинуть в машину и на всякий случай пусть лежит, потому что по этому датчику не сильно понятно. А так был уставший, и как-то всегда же заправляюсь заранее, чтобы это что-то вообще провтыкал. Еду, музыку слушаю, и потом херак, что-то она перестала ехать, заглохла. Ну, короче, такие вот пироги. Сейчас едем, короче, до выгрузки еще далековато. Дождь идет, блин, такая погода какая-то противная. Кстати, в Воронеже очень тепло, даже жарко. А вот Тула, Москва заливает целый день дождь. А там жарища стоит в Воронеже, вот 500 километров южнее. И там, блин, так жарит хорошо вообще. Я был в куртке, ехал, а там снял, но сейчас на улице, говорю, бегал с этим бензином туда-сюда. И это, и как-то согрелся, конечно. А так вот ехал сюда в ветровке своей, в кофте. А обратно пока еду так, но еще не холодно. Ну и печку, правда, на холодную поставил. Вот, такие вот дела, короче. Я, если честно, еще чуть-чуть подуставший, потому что спал последний раз, можно сказать, прошлым утром, а перед выездом получилось, что я где-то вроде спать захотелось, обрадовался, лег за 4 часа, но поспал всего полчасика, проснулся и все, и уже 3,5 часа ждал, пока выеду на заказ, короче, не спалось. Ладно, ну, заработали нормально, как бы такое, сделали оперативненько. Еще раз скажу, может, вам уже надоело, но завтра должен быть трактор. Завтра заснимем его получение, как нам привезут и все остальное. Так что будьте на канале, на связи, подписывайтесь и лайки ставьте. Вот. А сейчас пока едем выгружаться. Получилось, потому что такой был дурдом. Приехал я на склад, там подождали, собрались все, со всех, с трех машин выгрузили коробки на пол, на землю. Они все вперемешку полностью в этой фуре рассортировали, загрузили одну машину, она уехала отдавать, загрузили меня,
И загрузили третью машину, как бы распределили куда что. То, что эти все коробки как бы идут сразу на доставки клиентам. И мы все разъехались по точке. Сейчас уже 9:41. 9:41. Я через 20 минут буду только на выгрузке на второй точке, на которой надо. Вот сейчас мы, часов 10, может, начало 11 закончим. И коробки эти мы все выгружали, сами фасовали и так далее. Вот этот склад, который мы были, это уже завершающая работа. Его я уже наполовину забрал себе. То есть этот склад будет у меня. Возить будем ко мне. Ну, уже часть какая-то возится. А вот эти остатки еще как-то довозится, фасуется, там что-то остается. Ну, короче, такая. Ну, где-то скоро уже закончится, чтобы сюда. Сюда уже ко мне, а от меня уже по клиенту. Вот такая вот поездочка сегодня на Воронеж. И это я уже скоро будет. Каких скоро? Уже будет скоро. Скоро будет сутки, как я выехал. То есть я уже. Пока я вернусь еще домой, а я выехал в 2, можно сказать, 2:30. А сейчас уже 10. Ну, еще 4 часа, но я еще не дома. Сейчас мне еще будут выгружать, потом домой. Ну, часов 11-12 дома буду. Ну, короче, 20 часов за рулем практически. И еще погрузки, выгрузки, я говорю, капец. А то, что я проснулся, когда? Я проснулся уже, наверное, 36 часов назад, получается. Грубо, я там не помню, во сколько. Я вчера, кстати, встал часов 7 или 8 утра, а уже 10 вечера сегодня, это уже даже больше, 38 часов. Так, что-то гаишники летят. Думаю, мало за мной. У меня один раз за мной так летели, только моя машина была в розыске, и они по камерам увидели, что я проехал, и летели за мной. А у меня уже розыск был снят, а по базе еще оно не прошло. То есть они пришли, мне там полицейский следователь дал номер телефона его и сказал, что если гаишники остановят, ему позвоните, он им объяснит. Ну, короче, когда меня догнали вот так с мигалками, я позвонил этому следователю, он с ними поговорил и меня отпустили. Короче, такие вот дела. Ладно, ребят, будем на этом все заканчивать. Я устал капец, если честно. Завтра, не знаю, поеду я, смогу куда-то поехать, не смогу, но завтра приходит трактор. В любом случае его надо будет ждать. Когда он придет, потому что водитель говорил с утра, а теперь говорит, что-то там пробки и где-то ближе к обеду приедет. Ну, может, хоть посплю, отдохну трактором. Ну, если что, трактором можно поработать на участке и так далее. Там, короче, будет дело еще завтра. Так что увидимся завтра, ребят, в следующем видео. Всем пока. Себя не снимаю, потому что все равно темно. До скорых встреч.